закончилось очередное мероприятие, крупное, большое, международное. Но у нас этот год непростой, год юбилейный, 85 лет нашему виду спорта. И от лица Всероссийской Федерации Самбо, от лица президента Сергея Ивановича Елисеева, от лица нашего тренерского штаба, который приехал на вторые игры стран СНГ, вот, мы хотели выразить свою благодарность перед нашей братской командой, дружным вашим коллективом. Мы уже много лет рука об руку с вами трудимся, проводим совместные соревнования, сборы. Все это идет на пользу нашим ребятам и девчатам. Вот я думаю, что мы так и дальше будем продолжать наше плодотворное сотрудничество. Дай Бог, чтобы оно давало хорошие результаты. Мы вас от всего сердца еще раз благодарим за теплый прием на вторых играх стран СНГ. Великолепная организация, великолепная логистика. Все в этом плане очень довольны. Вот. Но результаты, есть над чем делать, так сказать, выводы, над чем работать, поэтому будем трудиться все вместе, рука об руку. Ну и пользуясь случаем, Александр Аркадьевич, мы вам в честь 85 лет, на память дарим.